Тисячі млинців та кілограми начинок і випічки. Очі розбігаються від різноманіття асортименту. Майстрині духм'яної хати постарались на славу. Всі ці гостинці приготовані за традиціями масляної. На них майстрині витратили десятки літрів молока та майже 100 кілограм борошна. На роботу пішло декілька днів. А все для того, щоб 10 березня почастувати южненців перед початком Великого посту. Мы приготовили в традициях масленицы, если вы вот заметили, у нас там есть птички, ежики, это как наши древние предки праздновали этот праздник, готовили птичек. Блины – это как бы символ благополучия, мы сделали много начинок и фруктовых для детей, там для мужчин, например, мясные начиночки сделали. Молока было очень много, ну борошна, я не знаю, килограмм 100 точно было выкоростано. Молока мы даже не считали, потому что десятками литров его покупали. Мы как бы стараемся к нашим людям относиться, ну, как к своим домашним. Это все наша большая семья. То есть мы полностью все готовили из домашних продуктов. Домашнее молоко, домашние яйца полностью, ну, для того, чтобы людям было приятно к нам прийти. Традицію пригощати містян стравами масниці вже декілька років ініціює і підтримує народний депутат України Олександр Пресман. Олександр Семенович говорить, що южненська масляна особлива, бо наділена надзвичайною атмосферою. А своє особливе відношення до масляної пояснює спогадами з дитинства, де масляні гуляння запам'ятались як грандіозна подія. Сейчас какая-то такая аномальная погода. Раньше это были сани, раньше это можно было кататься. Я там киевлянин, на выставке достижений народного хозяйства всегда упряжки были. Да я помню еще 8 лет, 7 лет тому назад, как только я начинал как бы заниматься этой деятельностью, так сказать, и возобновили эти праздники, ярмарки, масляные. Это, честно говоря, должна погода этому соответствовать. Это конец зимы, приход весны. А весна прийшла дуже рано сейчас. Поэтому будемо без саней, будемо без лошадей, но з блинами. З дитинства я пам'ятаю этот праздник со снегом, с такой морозом немножко и другое настроение, безусловно. Не дивлячись на мінливу весняну погоду, гості свята залишились задоволеними. Особливими шанувальниками масляної виявились діти. Говорять, що не тільки полюбляють куштувати млинці та пироги, а й готувати. Супер. Ну, потому что это с маком и с картошкой. Я очень люблю. Да, мама готовит часто. Я маме помогаю переворачивать блины. Мне очень понравились ваши блины. Они вкусные и сочные. Я люблю сгущенкой. Ты помогаешь? Да. А как ты помогаешь? Замешиваю консистенцию. За лічені хвилини 2000 млинців розійшлись серед гостей свята. Покуштувавши смачної здоби, жителі розважались на міському концерті «Широка масляна».